Всем привет! Сегодня мы посмотрим, что мне прислали вот в этих посылочках. Итак, погнали! А прислали мне вот что. В одной из посылок была газовая горелка, а в другой – клеевой пистолет. Итак, заказывал я эти товары на сайте Banggood. Кому будет интересно, то ссылочки на них я оставил в описании. Я и заказывал для своего второго канала, но об этом чуть позже. А сейчас хочу напомнить, что в конце этого ролика будет конкурс, так что посмотрите его до конца. Сейчас же давайте протестируем горелку. Как вы могли заметить, с поджогом бумаги она справляется хорошо. А теперь посмотрим, сможет ли горелка нагреть нож так, чтобы разрезать этот мячик. Да, нагреть нож горелка может, но чтобы разогреть нож до красна, одной горелки будет мало. Или придется потратить на это кучу времени и газа. И то не факт, что все получится. А сейчас давайте посмотрим на клеевой пистолет. Итак, сам пистолет очень компактный. И хоть он недорогой и китайский, сделан из качественного пластика. И совсем уж китайским его не назовешь. Мощность этого пистолета 20 Вт. Заправляется он клеевыми стержнями диаметром 0,7 мм. Также пистолет имеет световой индикатор и, что немаловажно, кнопку включения и отключения питания. Длина провода 1,2 метра. Вилка китайская, но переходник прислали. Итак, по внешнему виду вроде бы все. Этот пистолет я уже использовал. Нагревается он довольно-таки быстро. Сейчас на экранах вы видите отрывок ролика, где я использую этот пистолет. Этот ролик есть на моем другом канале. Этот канал называется DIY Show. И на нем я буду выпускать видео, связанные с такими темами, как DIY, рисунки 3D ручкой, лайфхаки и другие. Так что кому интересно, переходите и подписывайтесь, ссылочка есть в описании. И как я уже говорил, именно эти товары я заказывал для канала DIY Show. Ну а о самих товарах ничего плохого сказать не могу. Свои функции они исполняют, и этого достаточно. Ну и на этом у меня все. Вот такой вот получился обзорчик. Условия для участия в конкурсе на экранах и в описании. Ну а если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а сейчас, как всегда, всем спасибо и пока!